полететь в другой город или страну на отдых или по делам. Каждый год количество мест, куда могут отправиться брачане на самолете из нашего города, увеличивается. Вот и сегодня открыли два новых рейса в Красноярск и Новосибирск. Мы задали вопрос горожанам, куда еще бы они хотели отправиться на самолете. В Санкт-Петербург, я думаю. И Калининград. У нас многие брачане бы туда полетели. Ну, думаю, что да. В Петербург точно. Но все упирается в ценник. Если время позволяет, можно уехать на поезде. Ну, за экономию времени можно платить. Дальний Восток. Не хватает очень рейсов. Люди спрашивают частенько. Новосибирск, Омск, близлежащий, тоже спрашивают постоянно. Ну, вот сейчас добавили Красноярск, Новосибирск. Посмотрим. Сегодня первый рейс. А курортные, допустим, какие-то страны, города? Краснодар. Тоже хотят, да, лететь? Конечно, люди очень часто спрашивают, потому что ближайший рейс – это с Иркутска. Я думаю, что рейсов на отдых, конечно же, за границу. Ну, а в какие страны? Ну, вот в Таиланд летал самолет, говорят, что сейчас не будет. Ну, также в Турцию летом у нас будет, наверное, в Египет можно. А что-нибудь там, не знаю, поэкзотичнее, может быть, еще? Даже не знаю. Я думаю, что в другие страны не будет пользоваться спросом. Не знаю, наверное, иркутских. А еще что-нибудь может быть? Не знаю, я доволен то, что в Красноярск открыли рейс. Это я доволен. Сын полетел в Красноярск. Ну что вы? Кто-то доволен. В страны? Какие у нас страны? Да вроде везде. Единственное, подешевле, если только в Москву. Чтобы летало все. В Таиланд летает. Куда-то еще летает. На Канары, по-моему, летает, да? На Мальдивы. На Мальдивы. Ну и все. Ну, то есть, в принципе, хватает всего, что есть сейчас в ассортименте, скажем так. Ну, да. Ну, вот я ждал в Красноярск, наконец-то получился. В последнее время проживаю там, поэтому пока что нет такой проблемы. Ну, а если говорить о других городах, либо странах? Ну, я не могу сказать, на самом деле, все хватает.